Алло, народ, с вами Анастасия. Мы продолжаем проходить игру «Безголовый заключенный», шляться по этой безлюдной тюрьме и выбираться отсюда. В прошлой серии котик дал нам кусачки, я пока не знаю, куда их применить, но помню, что можно пойти много-много куда. У нас тут два пути, если не ошибаюсь. По-моему, эти призраки все-таки безобидные. Вот, нам можно пойти направо и можно пойти наверх. И мне уже страшно, потому что тут как-то очень темно, но наша героиня освещает путь своей ослепительной красотой, я так понимаю. Ладно, что у нас тут вообще может быть, кроме смерти? Надеюсь, что что-то будет, потому что что-то как-то мне так стрёмно. Подожди. Тьфу ты, мне показалось, что там кто-то есть. Я, знаете, надеюсь, что за нами не будут гоняться, как в прошлой серии, потому что, когда за мной кто-то гоняется, я вообще этого терпеть не могу. Застряла. Там что-то есть? Попробуй кусачки. М? Давай. Нет, они применяются... А, для резки струн. Господи, извините. Я перепутала с другим инструментом чуть-чуть. Ну ладно, потупить с утра — это же святое дело, правильно? Так, ладно. Что тут у нас? Коридоры, второй этаж. Деревянные какие-то, окно занавешено. Так, открой занавеску-то. Может, там что-нибудь интересного? Пол. А, ты, то есть, спокойно можешь бегать по дыркам. Ну, хорошо, ладно, дело твое. Оу. Я думала, что она как бы отреагирует. Типа, тут струна. Значит, тут нельзя ходить. Но теперь я хотя бы понимаю, для чего нам нужны кусачки. Нам нужно просто аккуратненько подойти к этой струне и ее перерезать. Но погодите-ка, кусачки ведь юзаются сами. Что-то я недопонимаю. Или нам, наверное, надо подойти и нажать пробел, чтобы типа было взаимодействие. Здесь струна от пианино. Вы хотите порвать ее с помощью кусачек? Да. Вот и все. А то подыхаем от каких-то глупостей. Ну ладно. Зато насмотримся на все смерти. У нас тут пианино. Как вы помните, мы находили записку, точнее не записку даже, а книгу, что для заключенных поставят пианино, чтобы они очищали свои сердца. До, ре, ми, фа, соль, си. Ну это да, это я знаю. Диез бемоль, подожди. Диез. А бемоль это равно? 9-1-3. Не поняла сейчас. А тут что? 2. Пожалуйста, введите пин-код. Мне надо типа решить загадку. Си, соль, ля, соль. А, си умножить на соль плюс ля умножить на соль. Диез. Так, хорошо. Сейчас я это сфотаю. То будет немножечко сложно запоминать. Значит, что там у нас было? Так, ага. Это получается соль ля си. Соль ля си. У нас, кстати... А, нет, у нас есть си. Си. Умножить на соль. 3 на 9. 27. Потом ля умножить на соль диез. Насколько я помню, соль диез у нас 2. Так, значит, что? Си умножить на соль будет 27. Потом ля умножить на соль диез. 1 на 2. 2. Получается 27 минус... А, нет, 27 плюс 2. 29. Хорошо. Сейчас. Сейчас будет. Надеюсь, нас не порежут, если что-то вышло неправильно. Вы получили зажигалку. Как интересно. Загадка вроде не такая сложная. А? Оу. Я сохранюсь, пожалуй, да? Хоть эти призраки безобидные, но все равно мне как-то не по себе.
У нас есть еще один ход налево, давайте его проверим. Чего-то я думала, что заколочено. В камине есть дрова, использовать зажигалку. Оу! Мы тебе помешали, да, парень? Прости, пожалуйста, наверное, тебе нравится уединение, а мы тут со своими заботами. Я так понимаю, они не спускаются на этажи. То есть они орудуют только на своем этаже и все. Ну, поздравляю вас, ребят. За нами снова будет гнаться чудик. Ну, вы получили ключ от камеры. Наверное, от той самой. Так, я не знаю, стоит ли это делать. Давайте попробуем. А-а-а! Я так понимаю, что его можно будет сюда заманить и сбросить. Я буду иметь это в виду. Типа он, наверное, нам будет очень мешать. Я смогу его сбросить. Хотя я не представляю, как он нам будет мешать, если мы будем на другом этаже в основном тусоваться. На том этаже нам уже ничего не нужно. Давай, открывай. Опять ты! Вот теперь, наверное, он будет за нами гнаться до самого второго этажа, и нам надо будет его... Нет? Не поняла? Ладно, давайте сохранимся и пойдем проверять. Капец. И я так понимаю, нас будут пугать только вот этими козлами. Вы получили красный ключ. А, тот самый красный ключ. Поняла. Да быстрее! Сейчас самое время, блин, потупить. Валим. Давай, открывай. Уходим отсюда. Фу. Господи, как же я напугалась с игры. Мы наконец-то сбежали. Я рад, у нас получилось, Ирина. Да, хорошо, давай вернемся в город. Что? О нет! Ирина, беги! Кензи! Мне нужно убежать. Твою мать! Нет, хватит! Плохой конец. Безголовый. Хотите подсказку? Конечно! Вы можете запереть обезглавленных людей в камере, так они не смогут сбежать. Есть 4 из них по одной на этаж. Если вы не заметили, они не могут подниматься или спускаться по лестнице. Но это да. А как их запереть-то? Блин, вы серьезно? Какой пипец. Реально, как их запирать? Я знаю, что вот этого можно сбросить. Что? Он, наверное, разбился. Пойдемте посмотрим. Все-таки интересно же, что произошло. Но я надеюсь, все-таки, что нет. Это будет не очень хорошо. Ну да, он разбился. Пипец, и ты ничего на это не скажешь? Ладно, давайте загрузимся в меню. Он иногда порой бывает такой медленный. Вроде то за нами идет, а потом бац и отстал. Ладно, давайте дождемся этого чувака. Попробуем его сбросить. Хотя я ненавижу, когда за мной бегают. И для меня это будет не очень хорошо. Ну давай. Ты же собирался за мной бегать. Где ты? Ты где? Выйди уже откуда-нибудь. Ну?
Боже. Надо было выйти именно тогда, когда... Ладно. Давай, иди за мной. Топай, 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 топай. Есть! Джекпот. Так. Он сдох? Скажите мне, что он сдох, пожалуйста. Хотя он и так мертвый, но... Ой, это было жестко. Ладно, допустим, с этим я знаю, как справиться. А как с остальными быть? Наверное, то, что Ирина как бы... Вот, отлично. Вон он там лежит. Короче, наверное, то, что Ирина заперла в самом начале одного из заключенных, должно было быть для нас показательным. То, что мы должны их запереть всех. По 4 на каждый этаж, да? Ну, допустим, с этим этажом мы разобрались, что дальше? Я видела только 3 заключенных. Так. Ясно. Нам надо их загнать как-то, да, сюда? Хм. Как интересно. Ну, здесь будет посложнее. Попробуем справиться. Еще одно сохранение. Что-то, блин, мне как-то не особо хочется, знаете? Чувак, ты где? Есть где-нибудь? Ну же. Появись. Появись. Сколько тут, интересно, концовок? Мне кажется, их тут как минимум 3. Можно же с самого начала запороть и проворонить этого блондинчика. Ёпа-мать. Давай, до свидания. Так. Ты же идешь за мной? Идешь? Иди, иди, иди. Давай. Ну иди же. Ты что, не пойдешь? Ну какого хрена? Я ж тебя ловила. Ну, подождите, там же нет, да? Никаких камер больше. Вот и что теперь? Я не знаю, ребят. Если мы будем вот так вот, то я даже не знаю. Тут у нас ничего больше нет. Ну? Где он? Где он? Здесь опять, да? Может быть, я не знаю, у нас есть какое-то определенное количество времени? Ладно, тогда давай не будем его ждать. Ну? Капец. Как, вот как я должна это сделать в таком случае? Я должна, наверное, поджидать его в этой секции. Потому что его хватает тупо на 2 комнаты. Раз, два, все. Давай, где ты? Я же слышу твои шаги или что это вообще? Вот это тынь-тынь-тынь-тынь. Ты где? Откуда выйдешь? Ясно. Ну тут, конечно, коридорчик узкий. Это плохо. Давай, иди сюда. Сюда иди. Ну давай же. Пацан. Ты ж пойдешь за мной, да? Фух. Господи. Это надо сохранить. Смотрите, мы заключили уже 3. А где 4? 3, считая того самого, которого она заперла в самом начале. Потому что я помню только вот этих вот 2 оставшихся. А 4-го я не помню.
Может, мы что-то упустили. Боже, как у меня стучит сердце, вы бы слышали сейчас. В Madfather было что-то похожее. Там надо было заключить одного из этих... Одного из мертвецов. И я это еле как сделала. И вот тут что-то то же самое. У нас тут есть кто-нибудь? По идее, должен быть. Кстати говоря, пацан тут еще живой? Живой. Но и как его освободить, я даже не знаю. У меня ничего нет. Только кусачки и зажигалка. Отпустите меня. Каким образом, пацан? Она не хочет тебя освобождать. Я попыталась, честно. Во второй части, господи, почему? Почему я не могу нормально разговаривать? Тут у нас, вот видите, заключен, да? Он по одному на этаж. А больше у нас этажей нет. Правильно? Или должен еще появиться на другом, где мы заперли чувака с третьего этажа? Потому что он-то был с четвертого, а на третьем не было никого. Я надеюсь, вы понимаете сейчас, что я сказала вообще. Так, ну, у меня реально идеи нету. Давайте попробуем сейчас сбежать. У нас нет уже красного замка. Нам надо его забрать. Я еще, по-моему, даже не решила эту загадку. С красным... Ой, в смысле с пианино. Пианино, 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 пианино. Давай посмотрим. По идее, нам сейчас ничего не должно мешать, но вот эта цифра 4, она меня с толку очень сильно сбивает. Подожди, мы тут зажгли. Где же наш красный ключ? Я чего-то не сделала? Странно. Смотрите, я же это... Вроде забирала все. Где я вообще красный ключ-то нашла? Я нашла его, по-моему... Вообще вот здесь, в тюрьме. Потом за нами погнались какие-то шарообразные эти. Да, вот он. Вы получили красный ключ, теперь побежали. А-а-а! Вот теперь типа, да? За нами должен прийти еще один. Но я его не вижу. Ёпа-мать. Отлично. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Где нам можно его заманить? Куда? Давай вот сюда. Тут есть куда пойти. Ну, в смысле, где обойти? Да, господи, что ж ты такой безнадежно тупой? Ой, тут еще и эти. То есть мне типа надо еще и с ними тут, да? Ну давай. Нет. Да, ты, оказывается, не такой безнадежный-то, да? Давай. В смысле заклинило? А какую ты можешь? То есть его можно еще сюда заманить, да? В одну и ту же. Как прекрасно, слушайте. Блин. Я случайно на него напоролась. Ладно, давайте еще раз попробуем. Господи, какие ужасные попытки. Ой, мне так страшно. Ну, отлично. Выходи, тварь. Сейчас я тебя... Сначала мы его заманим сюда, попробуем. Да блин! Просто тут, понимаете, тут ни хрена не видно. Все. Еще раз.
Я надеюсь, что мы будем пытаться не так долго. С моей криворукостью это вполне возможно. Вот теперь он вышел отсюда. Он может выйти из любой двери. Ты сама решаешь, в какую пойти. Открывай. Только я не знаю, как мы тут будем от него убегать. Тут очень тесное пространство. Прям пипец, какое тесное. Серьезно, я не знаю. Подожди. Давай посмотрим. Может быть, какая-то из этих дверей будет... Не можешь ее закрыть? И эту не можешь. И эту не можешь. Только вот эту, да? Ну как его сюда заманить? Непонятно. Хм. Ладно, что ж тогда? Как-то пытаться? Он у нас последний остался. Нам надо что-то с этим делать. Давай, двигай. Двигай задницей. Вверх ногами. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет! Ну почти же, почти! Да твою мать! Ну какого хрена? Я сейчас просто улечу в стратосферу на своем горящем пукане. Какого хрена ты застряла в самый последний момент? Твою мать. Я уже просто... У меня нервы, ребят. Я уже не могу. Я терпеть не могу, когда за мной бегают. Просто ненавижу. Да я сюда дуй, придурочный. Вот какого хрена? Я к нему даже близко не подошла. А он уже откинулся. Я сейчас просто кого-нибудь убью. Давай, двигай. Почему именно вот эта клетка? Почему не та, которую я хочу? Типа игра усложняется, ребята, да? Есть. Все. Как он ее открыл? Как? Каким образом? Я сейчас вообще ничего не поняла. Короче, я не знаю, вроде как я его заперла, активировала вот эти вот шарики, просто прошла дальше чуть-чуть. И убежала, пока он не открыл эту дверь. Я не знаю, получилось у меня что-то или нет. Давайте посмотрим. Надеюсь, что все-таки да. Иначе что я, блин? Я... Дверь рабочая. Да, мы наконец-то сбежали. И я надеюсь, что у вас реально все получилось. Нет! Он живой. Как его запирать, я вообще не понимаю. Короче, та же самая концовка. Может быть, это баг какой-то. Или мне просто надо в другую камеру его как-то посадить. Но каким образом? Я уже их заперла. Какого хрена? Они не смогут сбежать, но почему-то один постоянно сбегает. В чем проблема? Нет, вы прикиньте, чё? Вы прикиньте, чё? Сейчас я вам скажу. Это просто какой-то капец. Я бы никогда, никогда в жизни не догадалась, что надо было запереть его здесь. Это просто капец, твою ж мать. Вот какой прикол, да? Вы пытаетесь что-то сделать, бьетесь, бьетесь, а в итоге просто ничего абсолютно. И даже думать не думаете о том, что его можно еще где-то запереть. Отлично. Давай. Давай, пакость. Иди сюда. Ну? Вот что это было сейчас? Ну? Появись.
Появись, тварь, иди сюда. Сюда иди, сказала. Сюда иди. Сидеть. Фу, господи, это был просто какой-то кошмар. Пойдем отсюда. Наконец-то мы можем отсюда убраться, и я, пожалуй, сохранюсь, потому что это того стоит. Ну да ладно. Здесь было гораздо проще его запереть, потому что пространство большое, еще и стол ему мешает до нас добраться, так что мы наконец-то сбежали, и это все благодаря тебе, Ирина. Да, давай вернемся в город. Теперь же вам ничего не помешало вернуться? Неужели это концовка? Эй, что? Я хотела узнать, можешь ли ты прийти ко мне домой? Что, прям так сразу? А? Я просто хотела поблагодарить тебя за защиту, да? Натурой! Йоу! Может, ты не хочешь? Не, все не так. Тогда пошли. Да, пошли. Ура! Да, ладно, я не буду ничего говорить. Я пойду приготовлю чай, скоро вернусь. Да, спасибо. Сейчас она пойдет на кухню, а там этот обезглавленный. Ух ты, как темно. Жаль, что у меня нет фонарика. У меня странное чувство. Что такое? А? Что это? Я говорю, она 100 по 100 ведьма, ребят. Ты видел? О, бесполезно, ты не сможешь убежать. Ирина, в любом случае ты тоже меня оставишь. Ирина, успокойся. Это головы ее бывших парней? Парни, не вздумайте встречаться с ведьмами. Никогда. Но о чем ты говоришь? Я не позволю себе сбежать. Я этого не допущу. Твою мать. Ну все, парню крышка. Нет? С этого момента мы будем вместе всегда. Спасибо, что защитил меня, Кензи. У нее там целый гарем, видали? В это... Вот 100 по 100. Или в нее эта ведьма вселилась. Хотя, если учитывать то, что она этим промышляла до тюрьмы, скорее всего, она уже была ведьмой. Охренеть. Графика, скрипты. Мне кажется, она даже в эту тюрьму пришла для того, чтобы себе поискать какого-нибудь очередного мальчика-жертву. Скорее всего, так и было. Но я знаю, что вроде есть еще продолжение именно про красную ведьму. Давайте мы... дождемся менюшки и посмотрим, нам вообще открылась эта штука или нет. О, как раз титры закончились. Или что? А, смотрите-ка, после титров что-то есть. Я не заметила. Я была слишком беспечна. Но на этот раз я проиграла. Ты проиграла из-за того, что Ирина сбежала? Теперь вы можете играть за красную ведьму. Хотите сохраниться? Да. Мы теперь можем играть за красную ведьму, но давайте мы сделаем это в следующей серии. А пока что всем спасибо за внимание. С вами была Анестезия. Всем удачи. Всем пока.